Аннелиза Кольман, надзирательница концентрационных лагерей Ноенгама и Берген-Бельзен, нацистская военная преступница. Аннелиза Кольман родилась 1 марта 1921 года в Гамбурге в семье масонов Маргарет и Георга Кольман. 1 апреля 1940 года она стала членом НСДАП и до ноября 1944 года работала водителем трамвая. 4 ноября 1944 Кольман вступила в Святую СС и была назначена надзирателем в один из филиалов концлагеря Ноенгама на севере Германии. В марте 1945 была переведена в лагерь Гамбург-Тиефстаг. После освобождения лагеря Кольман попыталась сбежать, переодевшись в мужскую одежду заключенного, но была опознана выжившими узниками и арестована. Вместе с другими женщинами-надзирательницами она участвовала в погребении погибших узников в качестве наказания. До суда Аннелиза была помещена в тюрьму немецкого города Целле. На суде в Люнебурге по делу Берген-Бельзена Аннелиза Кольман была признана виновной в жестоком обращении с узниками и в сексуальной эксплуатации молодых женщин. Свидетели описывали, что Кольман неоднократно забивала узников ногами по лицу до потери сознания. Также свидетелями был описан случай, когда Кольман наказал как минимум одну женщину 30 ударами плетью за украденный кусок хлеба. При вынесении приговора суд учел факт, что Кольман не убила никого из узников за время службы. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Отбыв свой срок в тюрьме Гамбурга в 1965 году, Аннелиза Кольман переехала в Западный Берлин, где умерла 17 сентября 1977 года в возрасте 56 лет. О ее жизни с момента освобождения и вплоть до смерти ничего не известно.